эфире новости 24 в студии Махач Курбанов. Короткий анонс в начале нашего выпуска. В Избербаше прошло родительское собрание республиканского масштаба с участием главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. В Дахадаевском районе проходит межрегиональный туристический форум «Ицари-2017». Три дагестанских борца вольного стиля вошли в состав сборной страны и выступят на чемпионате мира в Париже. Родительское собрание республиканского масштаба прошло в Избербаше. Около 200 родителей дагестанских школьников задали вопросы, касающиеся воспитания главе республики Рамазану Абдулатипову. Мероприятие прошло на базе оздоровительного центра «Солнечный берег». В обсуждении ключевых тем образования приняли участие вице-премьер Дагестана Екатерина Толстикова, министр образования и науки Шахбаз Шахов, министр по делам молодежи Арсен Гаджиев и другие представители органов исполнительной власти. Подготовлено 11 программ по качеству образования. Они должны реализовываться во всех школах республики. Дагестан в ближайшие годы должен начать выпуск высококвалифицированных специалистов. Для этого, по словам Рамазана Гаджимуратовича, создаются все условия. Строятся новые детские сады, реконструируются школы, совершенствуются предметные классы. А за последние годы удалось полностью искоренить взятки при поступлении в дагестанские вузы, подчеркнул глава республики. Мы за 4 года построили около 100 детских образовательных учреждений. Больше, чем за 25 лет до этого. Мы создали 34 тысячи мест в детских садиках. У нас охват был 52%, сейчас у нас 84%. Мы построили около 30 образовательных учреждений на 14-15 тысяч учеников. В легком формате непринужденной беседы Рамазан Абдулатипов поделился со слушателями, что считает борьбу с ленью и тунеядством основой воспитания. А дагестанским школьникам при выборе профессии посоветовал обратить внимание на рабочие специальности. Детей надо приучать к труду. Нет никакого другого вида воспитания, кроме трудового, который закладывал бы в человеческой личности многие качества. На повестку дня был вынесен и немаловажный вопрос дополнительных выплат семьям, взявшим под опеку детей-сирот, и тема гарантийной поддержки родителей, воспитывающих приемных детей. Что делать опекунам, которые взяли детей до 10 июня 2014 года и которые получают 4770 рублей, и они прописаны на жилплощади, из этой суммы должны оплатить за коммунальные услуги, хотя в других регионах есть, значит, освобождение от такой выплаты или дополнительная поддержка. В ходе мероприятия члены родительских комитетов обратились с просьбой реконструировать районные школы, отремонтировать ученические классы, закупить технику в кабинеты информатики и оснастить лаборатории кабинетов физики и химии необходимым оборудованием. Педагоги сельских образовательных учреждений настоятельно рекомендовали обратить внимание министров и на спортивные площадки для молодежи. Хотелось бы, чтобы школы организовали специализированные группы занятий по физкультуре для детей с ограниченными возможностями. Обсуждалось на мероприятии нехватка специалистов, в частности педагогов-психологов, а члены благотворительных культурно-просветительских организаций вынесли предложение обустроить селекторные кабинеты для онлайн-уроков в колониях несовершеннолетних. Можно ли организовать там дистанционное обучение? Не заочное, а именно дистанционное. Для этого нужен класс компьютерный, чтобы эти дети могли хотя бы среднюю школу там закончить. Там сидят с 13 до 17 лет наши дети. Отметим, что участники поблагодарили главу за возможность встречи с официальными лицами республики и выразили надежду на то, что общедагестанские собрания станут хорошей традицией. Мне, знаете, какая просьба? Вот мне очень нравится то, что сегодня такое родительское собрание. Я бы хотела, чтобы это было чаще, во-первых. Во-вторых, я бы очень хотела, вот, чтобы родитель, да, или председатель родительского комитета каждой школы мог легко и просто. Образования со своим предложением, прийти к министру, да, ко всем министрам, потому что когда мы приходим в приемную, и мы говорим, вот у меня есть предложение. Родительское собрание продлилось почти 3 часа. По мере поступления вопросов глава республики дал ряд конкретных поручений директорам образовательных учреждений и министрам Дагестана. Лариана Шимхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ, Избербаш.
В Доходаевском районе проходит межрегиональный туристический форум «ИЦАРИ-2017». Участие в нем принимают студенты, молодые преподаватели и экологи. Всего порядка 120 человек из 22 районов и городов республики, а также регионов СКФО. Организаторами форума предусмотрена широкая туристическая, образовательная и культурная программа. Так проводятся творческие конкурсы и интеллектуальные игры, тренинги и семинары по социальному проектированию, встречи с VIP-лекторами. Для участия созданы комфортные условия проживания. Они уже посетили село Кубачи, историческую святыню Доходаевского района Калакарейш и другие значимые места муниципалитета. Впереди их также ожидает турпоход, который охватывает село Санжи, наскальные изображения и водопад высотой 86 метров. Далее короткий обзор новостей от наших корреспондентов. Дагестанец Абдусамат Магомидов занял второе место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» номинации «Лучший пчеловод». Участники конкурса из 20 регионов страны ответили на 30 вопросов о биологии и содержании пчел, методах их разведения и размножения, племенной работе, болезнях и вредителях насекомых. Три жительницы из Бербаша подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала. В 2015 году подозреваемые представили в управление отделения пенсионного фонда в городе Избербаши подложные свидетельства о рождении детей. Свидетельства были выданы в отделе ЗАГСа администрации города на основании заведомо подложных медицинских свидетельств о рождении младенцев. В результате аферы женщины получили госсертификаты на материнский капитал. Махачкалинские автоинспекторы в преддверии нового учебного года проверяют школьные автобусы. Автоинспекторами оценивались внешний вид и техническое состояние школьных автобусов. Особое внимание обращается на исправность тормозной системы, внешних световых приборов, а также наличие в автобусах ремней безопасности, аптечек и огнетушителей. За первое полугодие текущего года диспансеризацию в республике прошли более 270 тысяч человек. По данным Министерства здравоохранения республики, из прошедших диспансеризацию 29% обследованных признаны практически здоровыми. Глава ведомства Танка Ибрагимов отметил, что в 2017 году в обязательном порядке диспансеризацию должны пройти почти 480 тысяч жителей республики. Любительская футбольная бизнес-лига – проект, появившийся еще в прошлом году. Турнир молодой, но довольно быстро прогрессирующий. Сезон лиги подошел к концу, и в торжественной обстановке состоялось награждение победителей. Абдулла Алиев подробнее. Радость побед и горечь поражений, накал страстей и спортивный дух, ликование лидеров и активная борьба за выживание аутсайдеров. Первый сезон ФБЛ прошел на одном дыхании. Главный приз – Кубок Победителя – цель каждой команды, участвовавшей в турнире. И вот он, долгожданный час – торжественная церемония награждения. Медали, чемпионский кубок футболисты получали из рук именитых дагестанских спортсменов. Победители! Первый сезон прошел на хорошем, очень хорошем уровне. Дай Бог, чтобы дальше было еще лучше. В этом году мы чемпионы. На следующий год желаю всем успехов. На поле покажет, кто чемпион. Организаторы турнира в целом довольны прошедшим сезоном. По их словам, есть и некоторые упущения, которые они намерены в дальнейшем исправить. Главная цель существования лиги – предоставить молодым и перспективным дагестанским футболистам площадку для дальнейшего спортивного роста. В будущем мы будем также поддерживать эту лигу и поддерживать молодежь, чтобы было нашей поколению будущему чем себя развлечь. Время проводить, занятия спортом – это все-таки здоровье в первую очередь. Всего в турнире участвовало 16 команд, представлявших крупные компании и организации республики. По итогам чемпионата лигу покинули две команды. 26 августа стартует новый сезон. В отборочном раунде новые команды поборются за два вакантных места. Абдулла Алиев, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Лето – время не только для отдыха, но и для интенсивных тренировок. Подготовку к очередным соревнованиям бойцы дагестанского филиала команды «Eagles MMA» проводят в Хунзахском районе. На одном из тренировочных занятий побывал мой коллега Курбан Рагимов.
В двухнедельном сборе бойцовского клуба «Eagles MMA» задействовано порядка 50 спортсменов. Основной состав команды выступит на ближайших турнирах компании «Fight Nights Global» 4 и 29 сентября соответственно. У нас в прошлом году еще, когда вот открытый зал был, намерения были в Хунзах поехать на сборы. И вот как решили, да, в этом году приехать сюда. И тем более как раз получилось прямо перед турниром. Вот август, да, мест сбора, чтобы здесь проходили. Тренировочный лагерь расположен на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Такие занятия дадут бойцам много преимуществ, главное из которых – развитие выносливости. Здесь очень тяжело, в плане воздух тяжелый здесь. И когда здесь набираешь форму и спускаешься туда уже на равнину, там уже очень легко, здесь набираешь хорошую форму. И вот в последнее время все такие одни из самых, можно сказать, лучших клубов здесь делают сборы, горец, команда «Так Файтер». И вот мы тоже решили вот здесь сделать сборы. И нам это помогает наш клуб. Любые условия здесь есть. И спасибо, команда. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить главу Хунасского района Саида Исупова и, конечно же, нашего президента клуба и нашего спонсора Хучбарова Хучбарова. Подготовка Курбана Омарова и Ахмеда Алиева вышла на финишную прямую. Обоим спортсменам предстоит в родных стенах в рамках Fight Night 73 в Каспийске проверить на прочность бразильских оппонентов Фабио Мальдонадо и Диего Брандао. Обстановка вообще отличная. Подъем в 6 утра, отбой в 10. Все в режиме, все отлично. Есть спарринг-партнеры, с кем можно поработать, побороться, побоксировать. Все условия еще тренироваться. Чтобы стать лучшим, тренируйся с лучшими. Солидный состав спарринг-партнеров и помощь квалифицированных тренеров. Здесь в одном зале тренируются чемпионы Fight Nights, чемпионы мира по смешанным единоборствам и подающие надежды в боях ММА таланты. Уже начал подготовку 29 сентября. Исуби Инамото, все знают его. Сначала буду готовиться, в хорошей форме подойду и покажу зрелищный бой. Постараюсь выиграть. К сбору также подключились и спортсмены из других команд. Это бойцы из разных регионов России, а также представители московского клуба «Крепость». Двукратные чемпионы мира по ММА братья Хиромагомедовы, Гаджимурат и Гамзат сейчас сосредоточены на профессиональной карьере. Уже 19 августа младший из них, Гамзат, выступит в рамках ACB против бразильца Марсело Барбоса. Соперник у меня бразилец, он такой чуть колхозник. Я не знаю, буду выцеливать его и стараться делать нокаут. Больше я ничего не знаю о этом сопернике. Так неплохой он. Я посмотрел его бои. Удары терпит. Такой выносливый. Борется. Грэплинг есть, но я с ним бороться не буду. Я хочу поработать чисто в стойке. Тренировочный сбор команды Eagles MMA Дагестан завершится в конце недели. Курбан Рагимов, Мухтар Гаджидадаев, телеканал ННТ, Хунзах, Хунзахский район. Три дагестанских борца вольного стиля вошли в состав сборной страны и выступят на чемпионате мира в Париже. Об этом официально стало известно после контрольных поединков на тренировочном сборе в Сочи. Тренерский штаб сборной России определился составом команды на чемпионат мира в Париже. Из воспитанников дагестанских спортшкол за золотые медали мундиаля поборются победители национального первенства, прошедшего в Назране. Это хасавюртовец Заур Угуев, каспийчанин Гаджимурат Рашидов и махачкалинцы Магомед Хабиб Кадимагомедов и Абдул Рашид Садулаев. Соревнования по вольной борьбе стартуют 25 августа. Ну и по традиции в конце выпуска курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 36 копеек, евро 69 рублей 71 копейка. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши новости на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего.